Ассаламу алейкум, приветствую всех, кто смотрит мой канал Хуан 4 Семерки. Сегодня я хотел бы сделать небольшой обзор новой камеры Panasonic VXF 990. Хотел бы сказать, что мой канал был открыт в 2010 году, но реально начал работать, я реально начал ставить уже постоянно сюжеты с января 2014 года. Вначале у меня была вот такая вот камера, любительская камера, она до сих пор я ей пользуюсь, это Canon R400, вот такая вот любительская камера, до сих пор я ей пользуюсь, во время путешествий беру я ее с собой. Также у меня есть камера для роликов, интервью, мероприятий и других таких важных событий, это Canon G25, кстати, вторая камера G25 вот снимает сейчас этот сюжет, у меня две таких камеры. Ну, как вы знаете, техника обновляется с каждым годом. После G25 вышла 30-ка. В этом году вышла долгожданная 40-ка Canon G40. Но, к сожалению, камера также снимает Full HD. И никаких больших изменений в серии G Canon не случилось, к сожалению. Возможно, кэноновские маркетологи решили, что до сих пор Full HD актуально. Но маркетологи Sony и Panasonic решили по-другому, и они уже давно выпускают камеры записью в 4К. Сегодня я хотел бы представить вам эти камеры новые. Вот они. Я решил заменить кэноновские эти две камеры, которые снимают и это, на вот такие вот панасониковские камеры. Сейчас мы откроем, посмотрим, что там внутри прилагается. Сделаем небольшой маленький обзор. Почему я взял эти камеры? Во-первых, они такого же размера, как и G25 кэноновская. То есть штативы, стедикам, рельсы, держатели и другие приспособления можно не обновлять. Они также подходят и на эти камеры. Итак, давайте посмотрим. Ну что ж, открываем давайте нашу камеру. Посмотрим, что же там есть. Топовая видеокамера Panasonic VXF 990 снабжена обычным набором аксессуаров. Это бленда, сетевой адаптер, питание с кабелем, USB кабель и кабель HDMI. Сверху расположен стандартный башмак, требующийся для крепления микрофона или света, спрятанный под откидной крышкой. Прилагаемая бленда надевается на корпус спереди и фиксируется с помощью кольца с резьбой. Бленда имеет небольшое отверстие, открывающее доступ для лампы подсветки, расположенной над объективом. Лампа может включаться как автоматически, так и вручную. Подсветка охватывает 2-3 метра при съемке в полной темноте. Объектив Leica прикрыт защитными шторками, которые открываются и закрываются автоматически при включении и отключении камеры. Под объективом в корпусе камеры можно видеть небольшую вставку из темного стекла. Под ней расположена инфракрасная лампа подсветки, позволяющая вести съемку в полной темноте. Впереди камеры находится нажимное поворотное колесико, которое играет двойную роль. Она предлагает смены режимов экспозиции и ее настройки. Каждое нажатие начинает настройку, а поворотом колесика производится выбор нужного пункта и его регулировка.
Слот для карты памяти находится под откидным дисплеем. Здесь же на панели разместились три интерфейса. Это микро-USB, микро-HDMI и аналоговый аудио и видео выход. Тут же находится набор кнопок с функциями. Переключение камеры из режима записи в режим просмотра. Активация HDR режима и включение Wi-Fi. Микрофонный вход находится в нижней части корпуса, между креплением рукоятки и объективом, а выход на наушники и вход питания находится под откидной дверцей, ближе к торцу корпуса камеры. Данная камера снабжается литий-ионным аккумулятором VBT-190. С полностью заряженной батарейкой камера может вести беспрерывную видеосъемку в течение около 100 минут, а также при длительной съемке можно использовать сетевой адаптер. А теперь поговорим о заводских характеристиках. Объектив Leica рассчитан на съемку фотографий и видеофильмов в качестве 4К. В получении профессионального результата задействованы также электронный видоискатель EVF и функция киноэффект. Имеются режимы замедленная и ускоренная съемка, что позволяет комбинировать различные скорости воспроизведения динамических сцен, как в настоящем кино. Можно сделать наезд со встречной трансфокацией, когда приближается задний план без изменения объекта съемки, который используется профессиональными операторами, чтобы подчеркнуть такие чувства героя, как удивление, печаль, смущение и другие чувства. Камера имеет функцию плавный зум, при помощи которой вы получаете плавное зумирование без размытия изображения. Также можно просто наводить зум на объекты в середине кадра и за его пределами, не изменяя при этом угол наклона камеры. Также имеется функция слежения за объектом съемки. Благодаря ей камера автоматически держит в фокусе выбранный оператором объект съемки. Panasonic предлагает умный стабилизатор. Даже после съемки вы можете компенсировать дрожание благодаря автоматической настройке позиции кроппинга. В результате вы получите более стабильный и чистый видеоряд. Электронный видоискатель позволит с легкостью снимать при ярком дневном свете, помогая сохранить правильное восприятие. Механизм сдвига и наклона обеспечит гибкость для съемки из различных положений. Помимо передачи четких изображений, объектив Leica отражает неуловимые оттенки и тона, чем так и славятся фирменные объективы Panasonic при минимальных засветках и ореолах. За счет увеличенной скорости считывания во время записи, продвинутый BSI-сенсор эффективно подавляет искажения, чтобы обеспечить точный рендеринг сцены. Высокоскоростной и производительный процессор Crystal Engine 4K способен быстро и точно обрабатывать массивный объем данных 4K, уменьшая при этом шумы. Также камера имеет функцию HDR-фильм. Он объединяет два изображения, снятых с разной экспозиции, чтобы восстановить потерянную информацию из пере- или недоэкспонированных участков. Даже в сложных условиях съемки, например, при освещении сзади, можно легко проводить съемку в естественных условиях с отличной градацией тонов. Кнопка с функцией HDR позволяет быстро включать и отключать данный режим в случае необходимости. Используя Wi-Fi, вы можете подключить до 3 смартфонов и записывать видео с двух из них в дополнительных окнах, как картинка в картинке. Дополнительные окна можно менять местами и перемещать их положение на общем экране. Это позволит снимать с различных углов и точек обзора. Тип носителя – это карты памяти SDXC и SDHC. Камера снимает Full HD и 4K. Форматы записи AVC-HD Progressive, также iFrame и MP4. Оснащена камера 18-мегапиксельным объективом и 20-кратным оптическим зумом. Диаметр фильтра 49 мм. Вес без аккумулятора и SD-карты около 400 грамм. Ну все, на этом мы завершаем наш обзор. К сожалению, батарея, которая идет в наборе, идет не заряженным, и мы не смогли снять, но я заказал батарейки и SD-карту. Надеюсь, они придут скоро, и в будущем мы обязательно снимем видео в 4К, чтобы вы могли это увидеть. Я обязательно выйду в город и в центре Лондона соберу несколько видео в 4К, и вы можете посмотреть. Ну, с вами я прощаюсь, прощается наш кот Латте, и мы говорим, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Салам алейкум.